Сила. Конечно же, мужчина. Только он мог сопоставить два абсолютно противоположных слова в одно. Хорошо. Я постараюсь исправить выражение. Красота – это прекрасное оружие. Вы, мужчины, вечные завоеватели. Можно же сказать проще. Женская красота – это прекрасная сила, способная погореть мужское сердце и заставить умирать от любви. Теперь я понимаю, почему говорят, что спор с женщиной бывает страшнее дуэли. Кажется, пора посмотреть следующий номер нашей программы. Встречайте!
царницею, царница. Отчего сердечку жарко, отчего душа томится? Будто скоро тишиною скрипнется окно калитка. В ночь скользну я за тобою, словно за иконкой плитка. Наши споры, кружева, сердце разоцветай полотно. На двоих и в радости и в горе, нам небо и море счастье одно. Стелятся пути дорожки, а твоя сады ветра. Мальчишки, покой не дают, что в школе всем мальчишкам покой.